Югра входит в тройку лидеров по доступности ипотеки. Исследование рынка жилья в России опубликовало РИА Новости. Авторы рейтинга высчитали долю семей, которые могут платить ежемесячные взносы по кредиту за двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров. Так, в Югре более 55% семей могут взять такую ипотеку. Это третье место по России. Первые строчки занимают Ямал и Магаданская область. Исследователи пишут, что северные регионы находятся в лидерах из-за высокой зарплаты у населения и не самых высоких цен на жилье. Отмечу, что последнюю строчку рейтинга занимает Чечня. Там лишь 7% семей могут позволить себе квартиру в ипотеку.